Друзья, только что я дебютировал на Олимпе в Испании, в Аликанте. Я никому ничего не говорил, хотел сначала сделать, и потом уже поделиться с вами со всеми этими новостями в соцсетях. Потому что я человек действия, люблю сначала делать, а потом уже все остальное. Судя по тому, что меня не вывели в первый кулаут, да и во второй, наверное, я не вошел в топ-10. Ну, позже я узнаю свои результаты. Но точно не будет призового места. Ну, в любом случае, для меня это дебют, для меня это очень хороший опыт. В общем, эмоции меня переполняют. Видите, я вот только буквально со сцены, еще от лучей этих софитов пот с меня течет. Что могу сказать по своему выступлению? В общем, я растерялся в плане позирования. Мэнс физика, FBB, NPC-шные и европейские, позирования немножко другие. Я готовился на 4 сначала позиции с половинчатыми разворотами. На них настроился, мне сказали, не будет никакой произволки, представления, ничего. Выставили нас на сцену, говорят, у каждого произволка 30 секунд, я в потере. В общем, много нюансов, которые нужно было предусмотреть, и по подводке, и по подготовке. Но это всегда так. Я всего первый раз выступал, дебют, поэтому даже не поворачивается язык сказать, что первый клин комом, потому что не совсем полный ком. Я, в принципе, доволен, качеством своим доволен. Таким сухим я не был, еще мяса не хватило. Другие ребята, которые вошли в топ-5, гораздо мясистее. Ну, это специфика сейчас такого переходного этапа. Многие ребята из Classic Physique, которые там не очень успешные, спускаются в Men's Physique. Они даже в Classic Physique по весу сейчас не пройдут, но в Men's Physique нет ограничений по весу, поэтому идут все. Ну, никаких оправданий. Хочешь побеждать, будь больше, будь качественней, готовься лучше. И никаких соплей. Все, спасибо, ребят, за поддержку. Я пошел чуть милить, в общем, отрываться. В общем, делать все то, что мне нельзя было делать до этого. Всех обнял. Друзья, ну и сразу хочу вам сказать, что кроме этого короткого видео будет прям полноценный влог с моей поездки в Аликанте. Как я добирался сюда, как я встретил Андрюху Луценко с GOB Channel, с которым мне постоянно навязывают прям какую-то конфликтность. Денис Гусев, Игорь Гостюнин, Никита Комаров. Короче, через несколько дней смотрите на канале, я уверен, будет интересно. Ну и спасибо всем тем, кто верил в меня. И прям огромное такое, мощное спасибо, кто еще и поставил палец вверх. Я знаю, что вы это терпеть не можете, но на самом деле это действительно помогает развитию канала. В конце концов, я вас не сотку прошу пожать, да? Всего лишь палец вверх, нажать одну простую кнопку. Все, спасибо, погнали! У-ху!